Всем привет! Мы с вами как-то слишком активно стали напирать на игры на нашем канале, а о полезных приложениях как-то немножечко подзабыли. Есть классное мультиплатформенное приложение Organizer Boss Note. Будет очень полезным для тех, кто уже давно ищет замену бумажному блокноту и хочет все перенести в облако. Давайте смотреть. Сразу оговорюсь, клиенты для iPhone, iPad и Web абсолютно бесплатные, причем каких-то ограничений я не нашел. Возможности что-то купить внутри приложения тоже. Тут при желании можно, конечно, придраться к отсутствию приложения для Android, но где-то я встречал информацию о том, что работа в этом направлении ведется. Так что вскоре нас ждет прям совсем мультиплатформенный календарь и заметочник в одном приложении. Интерфейс в Boss Note — полная противоположность идеям iOS 7. Он максимально скевоморфичен, кругом имитация бумаги, кожи, и даже шрифт немного смахивает на рукописный, своей некоторой неряшливостью. Словом, стилизация под реальный блокнот максимальная. Не могу сказать, что я в восторге от такого решения, но уверен, что многие такой подход очень даже оценят. Но самое классное, что мне понравилось больше всего, это возможность объединить и заметки, и события календаря в одном месте. Таким образом, мы убиваем двух зайцев сразу, и больше нет нужды использовать несколько приложений под каждую конкретную задачу. Получается так, если мы создаем задачу с привязкой к дате и времени, это работа для календаря, он затем нам напомнит. А если даты и времени нет, это просто заметка, все их прекрасно видно внутри приложения. Процесс создания заметки и привязки ко времени выполнен вообще очень элегантно. Пишем название события, а в конце просто добавляем, например, завтра в 10 или в воскресенье в 12, и сразу же в приложении мы увидим, что событие будет запланировано именно на это время. Это невероятно удобно и очень просто. Итак, давайте кратенько пробежимся по плюсам и минусам. Из плюсов — удобная реализация идеи, синхронизация между устройствами, веб-интерфейс, возможность добавления просто заметок и событий календаря. Из минусов — нет возможности быстрого переезда, например, импорта календаря с телефона. Ну и немного непривычный поначалу интерфейс, придется привыкать. На экране QR-код, в описании ссылка, загрузите и попробуйте сами. А потом, конечно, возвращайтесь и отпишите свое мнение в комментариях к этому видео. На этом все, подписываемся, ставим большие пальцы вверх, пока-пока!